Практически без остановки работают механизаторы. На этом поле трудятся три звена по 7 комбайнов. Идут лесенкой, чтобы, убрав свой надел, успеть перегрузить зерно и отправиться дальше. Засеяно 22,5 тысячи гектаров. Засеяна озимая пшеница, это 4,980 гектара. Ячмень яровой 9,200. Соя 2000, ну и горох также тоже 2000 гектар. Соответственно, подсолнечник тоже в районе 4300. Где-то вот так вот бассейн у нас. Уборку начали 14 июля. Техника в хозяйстве обновляется. В этом году куплено 7 комбайнов. Это Россельмаш и Торум 785. Задействовано у нас на данный момент вот на уборочной компании порядка 40 единиц техники. То есть включая машины, комбайны, трактора-перегрузчики, пожарная бригада. Вся техника российского производства с работой справляется, претензий у механизаторов нет. Широкозахватные жатки, объемы бункеров большие, работать намного проще и быстрее, отмечают специалисты. Зерно после уборки сразу выгружается на зерноток, сортируется и отправляется на хранение. Анатолию Ионову 25 лет, механизатором работает 3 года, продолжает династию. Дедушка и папа, двоюродные братья и крестный – все механизаторы. Вот у нас рычаг ГСТ. Это вперед, это назад. Положение наклонной камеры, то есть опускаем, поднимаем. Выгрузка на данный момент вставляет. И подъем шнека, опускание шнека. Вот. Мотовило, подъем, опускание вперед-назад. Это 1-2 создан для копиров. Высота среза и давление на грунт. Ну, комфортно, очень хорошо. Во-первых, на компьютере у нас все видать, все датчики приборов, то есть все есть. В случае чего неисправности комбайна, начинает говорить бортовой компьютер, какая неисправность производится на комбайне. Вот. Начинаем ее устранять в случае поломки. Данный комбайн представляет кондиционер. Составляет кондиционер есть у нас, то есть комфортно, все хорошо, музыка есть. Что еще могу сказать? Ну, управление вообще очень легкое, то есть все под рукой. Как бы комбайн полностью чувствуешь, обороты барабана, то есть ветра, то есть все есть. Мы начинаем работать с 7 часов утра. Начинается у нас рабочий день с продувки комбайна, осмотр комбайна, мажем комбайны. И в часов 9 начинаем выезжать молотить. Ну, влажность пока туда-сюда. И приступаем к уборочной кампании. Ширина жатки комбайна 9 метров. В день машина убирает от 70 до 90 гектаров. В среднем за смену механизатор набирает 12 бункеров. Каждый бункер 9,5 тонн. Мы в Александровке убирали 1200 гектаров. А здесь на 6-м отделении в поселке Дюн составляет 3,5 тысячи гектаров в общем. А зимой пшеницы. Потом соя, горох, ячмень 9 тысяч. То есть убирать еще очень много и долго. В этом году на территории Меликесского района предстоит собрать урожай со 134 тысяч гектаров. По сравнению с предыдущим годом посевные площади увеличились. Зерновых и зернобобовых предстоит собрать с площади почти 90 тысяч гектар. Это пшеница, рожь, ячмень, овес, гречиха, горох и впервые для нас новая культура – чечевица. Чечевицу посеяли в другом хозяйстве в качестве экспериментальной культуры, которая осенью появится на прилавках Димитровграда. Частично уже убраны кормовые культуры на сено и сенаж. Началась жатва хлебов. На среду 17 июля убрано 2000 гектаров. Но это только начало уборочной.